Бросил окурок, заплати штраф. Теперь полицейские будут наказывать за брошенную сигарету в неположенном месте. Сотрудники ДВД области уже успели задержать мелкого хулигана. В рамках акции «Мы за чистый город» полицейские выявили 38-летнего мужчину, который бросил окурок в общественном месте. Суд назначил некультурному гражданину штраф в виде 5000 тенге. В Караганде началась решительная борьба за чистоту города. Хоть и горожане знают, что сорить на улице нельзя, однако выбрасывать мусор продолжают. Куривший мужчина стоял рядом с урной, однако окурок он бросил мимо. Некультурный житель города не знал о том, что мусор в общественном месте бросать нельзя. Действия его попадают под статью «Мелкое хулиганство». Клянусь, теперь только в урну буду кидать. Все, хорошо. Данный материал будет направлен в административный суд. Где судья рассмотрит данное дело. Хорошо? Статья предусматривает собой штраф, либо арест. Штраф от 3 до 10 МРП, арест административный, от 1 до 10 суток. Первым делом на данного мужчину был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Шокированный арестованный говорит, кидать мимо урны он больше не будет, рука не поднимется. Однако поверить в это очень тяжело. Я абсолютно не знал. Если знали бы, не бросали бы. Клянусь, я всегда дома. Даже не дома, возле подъезда кидаю в урну. Теперь 38-летнему мужчине придется раскошелиться примерно на 5000 тенге. Правонарушителю крупно повезло. За данную статью могли бы наложить и арест. Так утверждают хранители правопорядка. Вы бросили окурок от выкуренной сигареты. Суд полагает, что ваша вина вмененного правонарушения нашла свое полное подтверждение в ходе рассмотрения дела. Подтверждается как вашими признательными показаниями, так и письменными материалами дела. При наложении взыскания суд учитывает ваше семейное положение, то, что на данный момент вы нигде не работаете. Кроме того, суд учитывает, что в течение года вы впервые привлекаетесь к административной ответственности. В связи с чем суд считает возможным не применять в отношении вас санкцию в виде административного ареста, ограничиться штрафом в размере 3-месячных расчетных показателей. Суммарно это будет 5193 тенге. Борьба за чистоту в регионе развернулась серьезно. Рейдовые мероприятия полицейские проводят ежедневно. Нарушители ищут не только на центральных улицах, но и во дворах. Мирамгуль Салкимбаева, Марат Култенов, Первый Карагандинский.